Блин. Очень Серафимушка. Так. А вот здесь я вижу серебряный золотой крестик. Оставь, это люди специально. Ой, я тебе сфоткаюсь, покажу. Ой, нет. Пикины все над гранью. Все. Мне вот это интересует. История. Добрый день, уважаемые наши слушатели. С вами АвтоТВ. С вами актриса Виктория Маслова. Просто хороший человек. Со мной вместе в машине присутствуют два интересных человека, которым я бы хотела задать несколько вопросов. Находимся мы сейчас... Где мы сейчас находимся? По дороге в Дивеево. Едем мы в Дивеево. По дороге в Дивеево. Вот. И, собственно, наше общение начнется now. Геннадий Петрович Малахов. С нами Геннадий Петрович Малахов. Геннадий Петрович, вот меня интересует вопрос. Каким образом вы тогда давно попали на телевидение? Кто вас туда позвал? Что их заинтересовало? Так как были книги в 90-х годах очень широко распространены практически по всей России и ближнему зарубежью, они докатились, естественно, и до ТВ. И меня лично позвал Константин Львович Эрнст. Пригласил на передачу. Сказал, давайте попробуем сделать такую оздоровительную передачу. И предупредил, что вот до этого не получалось таких передач. Ну и дальше подключился творческий состав ТВ. Наталья Никонова, Марина Петрицкая. И они разработали формат. То есть формат где-то разработала... Наталья Никонова. А вот кровь, пот, слезы и жизнь в эту передачу больше всего вложила Марина Петрицкая. Так. Ну и мы там немножко с Леной Прокловой. Вот мы с вами познакомились на фестивале «Над гранью». Я на нем присутствую впервые. Для меня это, конечно, огромное событие. Для меня, для моей семьи. А что для вас этот фестиваль? Этот фестиваль — пообщаться с людьми, если хотят, допустим, меня видеть люди и хотят меня слушать. И мне интересно рассказать там о каком-то своем опыте, поделиться своими знаниями и действительно посеять нечто хорошее, светлое, что вот должно быть в нашем обществе. Ну, вот так вот я примерно думаю. Да, согласна. Вы знаете, меня больше всего, конечно, радует из нашей встречи с вами, что мы с вами земляки, соседи по городам, можно сказать. Я, например, очень горжусь своей землей, хотя у меня две земли, я бы сказала, Казахстан и Донская земля. Россия. Я очень горжусь, ну, Россия — это вкупе, очень горжусь своей землей, для меня это очень патриотичный конкурс. И в данный момент мы, наверное, переведемся сейчас на одного из... Как говорится, присутствующих, те, которые делают этот фестиваль, Али Бульханов, актер и каскадер. Снимаю шляпу. Шляпу перед нашей самой замечательной, суперпопулярной телеведущей
истории. Вы знаете, с этой актрисой замечательной, которая у нас уже присутствует, уже, может быть, не впервые, потому что она у нас была сначала на стрельбище, она стреляла с пулемета, автоматов, ездила на БТР, на БМП, это в дивизии Дзержинская. И представляете, и сегодня на кинофестивале «Над гранью», когда я ее увидел, я был счастливо обрадован и удивлен, поверьте. Да, и Ген Петрович, когда узнал, что она еще и землячка, тоже обрадовался. Он вообще трижды обрадовался и сказал, я ей лично книжку подарю, распишусь, сделаю автограф для отца, у которого отец офицер, отец служивший. Именно, понимаете, почему кинофестиваль «Над гранью», да? Потому что там именно люди, которые знают, что такое не понаслышке служить родине. Вот так мы едем. Поэтому наши курсанты, опять хочется повторить про вашу телеведущую, лучшую телеведущую в мире. Потому что она, помимо того, что она красивая, обаятельная. Саша Морозова. Александра Морозова, ведущая на сцене, не путайте, а ведущая именно «Авто-ТВ» в лице Виктории Масловой. Я скажу, это десяткократно увеличивает нашу аудиторию, потому что вы не представляете, кто нас снимает, одновременно держа руками пулемет, автоматы и видеокамеры. Это Виктория Маслова. Поэтому, друзья мои, смотрите наше мероприятие, кинофестиваль «Над гранью», который родился именно в рамках турнира имени Александра Дедюшко. Актера-патриота. Патриот, не только машина. Это не очень только... важно. И вот сейчас мы направляемся в потрясающее, не знаю, можно ли сейчас применить это слово, фантастическое, потому что оно ведь святое определенное место. Да, оно святое место. Святое, Дивеево. Благодаря вам, Геннадий Петрович, спустя 4 капитан года я наконец-таки туда еду. Я безгранично счастлива, рада, честно говоря, у меня переполняют эмоции. Вот, мы уже проехали столько прекрасных мест. С вами Виктория Маслова. И скоро мы погрузимся в купели. А вы скажите, кто у нас президент фестиваля, между прочим? Кто? Какой оргкомитет? У нас знаменитый режиссер Мурат Алиев, снявший такие фильмы, как «Офицеры», «Парни из стали», «Морпехи». Кин-дза-дза. У нас и «Кин-дза-дза», у нас «Ликвидация», у нас замечательная команда. Мы уже еще с ним встретимся не раз, правда? Да, обязательно. Да. Я самое главное хотел бы так заметить. Мне очень хочется, чтобы на нашем кинофестивале, в нашем турнире имени Александра Дедюшко присутствовали такие актрисы. Ну, она, конечно, единичная, да. Виктория Маслова. И она обещала привезти в следующий раз именно своего родного папочку, который снялся главным героем в фильме «Турецкое седло». Заметьте, я ничего говорю не про Турцию, ничего, но про седло я помню. Потому что для каждого туркмена седло – это святое. Лошадь, конь, ахалтекинец, кинофестиваль «Над гранью». Не в Турции там совсем, обязательно. Так, Геннадий Петрович, скажите, пожалуйста, вам, мы вас не раздражаем? Нет. Да, мы вас… Представляете, с правой стороны от вас сидит блестящая актриса, великолепнейшая, талантливая актриса. Да, и самый кинозлодей, Кинозлодеевич, да. Вот, и... нужно обязательно заметить, что ты, кстати, не такой злодей, просто ты все время такие рожи корчишь, что все думают, что ты злой и страшный серый волк. На самом деле нет. Это не так. Все строго по сценарию. Алик Гульханов – это Мишка Гамми. Да? Спасибо. Да, конечно. Ну, я думаю, что Геннадий Петрович Малахов лучше характеризует меня стихами. Очень хочется все-таки в «Авто-ТВ» вашем... Смотрите, у вас битум останется на машине. Геннадий Петрович караулит все. Геннадий Петрович, можно стих, посвященный кинофестивалю «Над гранью»? Нет, точнее, для Виктории Маслова. Маслова, Виктория. Итак, стих от Геннадия Петровича Малахова. Можно задать такой? Что значит слово «красота», Виктория? Готовимся. Оно вмещает все благое. В нем есть любовь и доброта, что, отделившись от Творца, нам душу радует с тобою. Спасибо. Только у меня что-то камера тупит. Потому что мне заполнено. Вы знаете, идет прямой репортаж. Поэтому все, что сейчас на дороге случается, мы фиксируем. И лучше любого ГИБДД. Сава Слейка, вы знаете, Сава что Слейка. Сава Слейка. Сава слился здесь. Да. И лучше любого работника ГИБДД у нас на дороге с нами. Сказал лучший бы Миша, киноинспектор. Задорно, в царство небесное, он лучший сказал, что это два сочетания двух
русских слов. Сава слейка, Сава слился. Значит, здесь... Самое главное, чтобы было не было... Событие. Самобасайка. Да. Итак, друзья мои, лучший киноинспектор страны на дороге. Кафе. Виктория Маслова. Да. Держите. Да. Ну, здравствуйте. Будьте здоровы! Доброго здоровья! Вот мы подъезжаем наконец-то к такому прекрасному месту под названием, как вы думаете, каком? Кафе! Кафе? От слова кайфовать или что? В Белоруссии называются кафе словом кава. Это кофе по-белорусски, кава. Вот. В Чехии оно по-другому называется. То есть вы так много... Цернокофа. Это называется в Чехии, в Польше тоже что-то подобное похоже. А в Турции остановка дурак. Это стоп. Это по-турецки, на турецком это стоп. Дурак. Стоп. Волга старинная. А бардак это тарелка. Ты знаешь? Да. Крутяк. Знаешь, мне как повезло, что у нас такая телеведущая, как Виктория Маслова. И Авто ТВ просто, вы не представляете, что такое. Она как киносериал над гранью. Быть, будут и всегда. Знаете, а вас не смущает, что там красная кнопка горит? А это же как раз запись. Красная это запись. Ешь, вот я тупеска. Сейчас мы идем покушать. От себя, от себя, Ген Петрович. Хорошо.